Без медалей и кубков сегодня не осталось, пожалуй, ни одна из 11 команд. Лучших определяли в 4 видах спорта. Причем девушки не просто играли наравне с парнями, но даже помогали своим командам добиться результата. Каждый из юных спортсменов во время спартакиады мог попробовать свои силы в разных видах спорта. Александр Девятов из Мамадыша в дартсе не особо силен. Зато на футбольном поле его команда в лидерах. Я же футболист, а вот футбол больше всего понравился. Первое место там заняли. Баскетболист Динар Юнусов из Бавлов слегка расстроен, что его команда оказалась лишь третьей в стритболе, но признает, соперники оказались сильнее. Выше нас ростом, уж понятно, уж выиграют сильнее. Готовились они и выиграли. Главная задача спартакиады и проекта «Дворовый тренер» – увлечь спортом тех подростков, кто не поехал, например, отдыхать в лагерь. Многие теперь не будут бесцельно слоняться по улицам. К сожалению, сегодня мы не можем всей программой отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи охватить то количество подростков и молодежи, которые есть в нашей республике. Поэтому такие проекты, они, безусловно, сегодня актуальны и пользуются большой популярностью. Только за последние годы построено 152 спортивных площадок во дворах. И я хочу сказать, что, наверное, в этом есть основная цель, чтобы здоровый образ жизни стал национальной идеей не только для жителей Республики Татарстан, но и для всей России. К слову, правительство Татарстана выделило средства на финансирование 121 ставки дворовых тренеров по всей республике. Алексей Кулешов, Рустам Кадыров, телеканал «Эфир».